Всем привет, вы на канале PlayPanda, меня зовут Дмитрий, и у нас сегодня хоррор под названием This Game is Real. Краткая предыстория хоррора, значит, давайте я тебе зачитаю прям перевод первой части. Еще в первые дни интернета, будучи поклонником ужасов, я скрывался на форумах для страшилок. Там я встретил парня, которому снились самые странные сны. Было что-то тревожное в тех последствиях, которые имели его сны. Я думаю, что больше всего меня поразило сходство с моими худшими кошмарами. После очень долгого времени я пытался найти эти форумы, особенно посты этого парня, но не смог, похоже, они исчезли с лица интернета. Поэтому, основываясь только на своих воспоминаниях о том, что я читал, я начал делать игру. Название игры — это игра реально, потому что последний пост, который я помню, заканчивался словами «Я думаю, что эти сны реальны». Как мы понимаем, игрушка, наверное, страшная. Наверное, страшная, не знаю, не будем судить преждевременно. Давайте просто начнем. Chapter Forgotten Dreams. Забытые сны. This game is real loading. Здесь нельзя выкрутить звук, здесь нельзя выкрутить ничего. Здесь есть настройки, только графика. И то, которое выглядит low и high. Просто я вижу у нас зарядку, значит у нас будет фонарик, который будет садиться. Это очень плохо, мне не хочется так. Хотя тут... Ой-ой-ой-ой-ой. Как же жутко. Vast Walk, Jump, приседать, взаимодействовать, фокусироваться, использовать флешлайт и использовать батарейку. Я понял, а можно Sensitivities немножечко... Это Sensitivities, Press M, Disable, Enable, Monitor Blur. Я не хочу Monitor Blur, я хочу Settings My Mouse. Просто вот немножечко... Ой-ой-ой-ой-ой. Это чтобы ты понимал, я 5 сантиметров мышкой крутанул, и я чуть ли оборот вокруг себя не сделал. Ну ладно. Хоррор, как мы любим, сейчас будем обсираться. Какой-то маленький за ребенка, что из какого-то играю или что? Телефончик. Ой, как громко-то. А можно взять что-нибудь по... Как тебе закрыть-то? Привет, мужик. Что в этой игре нужно сделать? Ну, что вот в этой игре нужно сделать? Я так понимаю, что нам снится сейчас сон. Вот подсвечивается пикап. Одна батарейка у нас есть. Но мы фонариком, в принципе, не пользуемся, потому что... Можно вот тут нельзя использовать выключатель? Выключатель? Кто такой выключатель придумал? Рядом с телевизором или это что? Это подмышку, что ли? Старую мышку какую-то. Хоррор классик. Телети. Не знаю, что такое телети. А можно взять, типа, и поместить его вон туда? Нельзя? Нет, нельзя. Открыть тоже. Ничего нельзя. Дверь можно открыть? Ничего себе, можно открыть дверь. Но мы туда пока что не пойдем. Мы посмотрим здесь что-нибудь еще. Прятаться нам... Living with others. Жизнь с другими. Батарейка здесь взялась. Здесь все вроде изучено. Книжечка. Почему мы убираем? Но ты нет. Чего? Ничего не понятно. Фонарики нельзя включать. Ничего нельзя включать. Шкатулки нельзя брать. Ничего нельзя взять. Я понимаю только то, что это хоррор, то, что мне немножечко напряжно. И то, что как бы от фонарика здесь, по сути, толку нету никакого. Можно закрыть дверь, чтобы оно не мешалось. Опа, картина у вас вытекла. Немножечко. Это, мне кажется, это не так, как должно было бы быть с этой картиной. Что-то на всех фотографиях дома замылены глаза. Мне кажется, нет. Двери все открываются, удивительно. Это же прям... Мне кажется, за таким компьютером сидеть не очень удобно. Монитором-то сидеть не очень удобно. Или... это, наверное, телевизор. Закрывать дверь тоже здесь нельзя. Чего? Можно прыгать, ёлки-палки. И сидеть можно. Я же нажимаю open. Опа. Здорово. Часто у тебя это... скелетон в шкафу лежат? Мне кажется, нет. Опен. Опа, мобильничек. Мобильничек. Да возьми мобильничек-то. Почему нельзя ничего взять? Как взять-то? Итеракт на левую кнопку мыши. Правильно, да? Можно как-нибудь себе вспо... вот. Jump, crouch, interact, focus, use flashlight, use batteries. Свинарник-то какой. Едите его колотить. Ты когда в комнате последний раз? Батарейку подобрал.
Чё толку-то я интерактирую с этим совсем? Пульт от телевизора, ну здорово. Я пошел дальше. Чё здесь, счет нужно сделать? Здесь ничего не открывается. Книжка берется, The Quad Guardians, защитники. Ну здорово, что я могу тебе сказать. Чё у нас здесь? Здесь у нас телефончик, паутина. Тут, по-моему, никто давным-давно уже не живет. Нахрена я сюда пришел вообще? Did you do it? Ты это сделаешь? Childhood memories. Детские воспоминания, я так понимаю, да? Вот если стоять смирно, то можно увидеть, как все плывет. Но это не плывет, это просто-напросто нашего главного героя немножечко покачивает. Он, наверное, с Бухича с какого-то пришел вчера. Да что открывать? Закрывайте, я что-то не пойму просто. А! Очень страшно, открой дверь. Во. Начинается что-то. Что-то страшное начинается. Возможно. Вот меня мурашками покрыло, по крайней мере. Я охренел. О! Блин. Тут объемный звук, он очень мне нравится, но он немножечко напрягается. Он придет. Better hide. Лучше прячься. Че, мне прятаться еще куда-то надо? В смысле прятаться? У меня вообще нет никакой возможности спрятаться. Хорош стучать, сердце. Успокойся. Чего? Табуретка, что ли, упала или она лежала? Я не помню просто. Я не знаю, что мне нужно сделать. О! И тут мониторы все включились. Тут никого нету. Мне кого-то найти нужно или кто-то меня ищет? Мониторы все горят белым. Вот этот монитор классный, кстати, на самом деле. Но он очень непрактичный, потому что у него разрешение... Вот это вот, там, сколько-то... 21... Какое там стандартное разрешение? 16 к 9, а это 18 к 9. Или вообще там 21 к 9. Я не помню, там просто очень большое разрешение. 30... Я вот хотел такой. Но он очень неудобный, наверное. Он очень широкий, и на нем посмотреть, наверное, даже ничего нельзя. Или поиграть во что-либо нельзя. Машинка стиралась. И тут никто не живет, но машинка стиралась недавно. Тут какой свинарник. Ужас просто. Ух, кошмар, блин. Опен. Опа. Пикап. А нахрен... А нахрен... Громко-то как все? Здравствуйте. Мне фонариком надо светить на все, что ли, или что? Открой мне дверь. Ужас какой. Красным светится именно вот это место. И я на толчок сел. Сижу. Сижу дальше. О, кровью что-то брызгает. Чтоб тебе видно было, я просто... О, камеру. Девка какая-то во мне сидит, плачет. Или это я плачу? Ну, страшно, да. Дальше ты чё? Камеры давно в туалете ставят у нас, я не знаю про... А, ну не в туалете, в туалет она не смотрит. Она вращается, наверное, может посмотреть и в туалет. Но это как-то очень не это. Я хочу сказать, это очень не это. Некомфортно будет тебе сидеть в туалете, когда у тебя камера стоит. А, все, хоррор на этом закончился в этой комнате, я понял, давай дальше. О, нифига себе, а ты что это тут такое? Батарейка, что ли, там? Нет, нет, батарейки там нету. Или есть? Нет там батарейки. Куски какие-то валяются, чего... Опа. О, чекпоинт. Дебоублимент. Непонятно ни хрена. Че такое? Бутылочка какая-то стоит. Наверное, со спиртным. О! Стучится кто-то. Отнесли кого-то вон туда. Алло! Че гудит-то так? Не хочу слушать. Это радио, что ли? Я не пойму просто, что от меня хотят. Все, закончился хоррор в этой комнате. О, блин! Здорово! А ты кто? Эй! Ты чё в моем доме ходишь? Ужас какой, ужас какой. А! Страшно. Не, на самом деле страшно, я боюсь, но просто я не пойму просто, что от меня хотят. Еще бы звук поменьше было бы. Надо создавать вид паники. Можно позвонить куда-нибудь, я не знаю. О!
звук. Звук в этой игре очень громкий. И не настраивается. Что сам... Опа. Светильничек. Непонятно, зачем мне столько батареек нужно. Вот что. Ну, смотрит за мной глаз. И что дальше-то? Пусть смотрит. Сколько ему влезет вообще смотрит. И так камеры в туалете повесили еще. О, блядь, горит все. Ёлки зеленые. А чё все горит? Кто поджёг? Кто поджёг-то все? Вы чё тут? Псы? А? Вы чё хулиганите-то? Кто поджигает все? О! Come find me, I have something to show you. У меня есть кое-что тебе показать. Пойдем. Пока. О, вот оно, зачем мне флешлайт-то нужен. Етить его колотить. Вот в такой темноте, да. В такой темноте мне будет ни хрена не видно. Так чувствую, за мной кто-то идет. Такие звуки от, от шагов. Можешь факел взять. Слушай, возьми факел. Мне фонарик этот использовать еще. Экономить надо его. Вот эти коридорчики, они такие противные. Сейчас из угла кто-нибудь выпрыгнет по-любому. 100% тебе говорю. Хотя в этом хорроре вроде нет таких каких-то быстрых резких звуков, чтобы прям... О, здорово! Ну, в принципе... Ой. Червяк какой-то. Это что? Никого нету. Я думал, кто-нибудь покажется хоть из... О, у меня палочка у фонарика ушла. Йорик. А ты чё здесь сидишь-то? Мы с тобой договорились внизу встретиться. Пойдем, скорее, Йорик. Твою мать, вот это да, вот это у тебя глюны. Слушай, ты под чем-то, скорее всего, был, когда у тебя такие кошмары снились. Не, мне тоже снились какие-то кошмары, там бывали, да, дичь какая-нибудь снилась. Но просто она обычно была... Почти бессмысленная, то есть в незнакомых местах, там, ни в квартире, ни в комнате, ни в доме. Да чего? Эй, кто, где? Там нет никого. You are not monster, ты не монстр, они не понимают, я, да, я делаю. Я ничего не понимаю, что ты делаешь, но я понимаю, что это страшно. Ой, не смотри behind you. Смотрел. Здорово. Ну, пропал. Зачем мне писать? Зачем мне вот сейчас это писать? Ну, в конце концов-то не отвлекайте меня от атмосферы-то, ну! Я сейчас расстроюсь и уйду. Можешь выключить фонарик? С фонариком без фонарика-то страшнее. Здесь что, есть вообще, нет? Здесь ни хрена нету. О, батареечка! Пикапнул, да? Все. Пойдем. Опа! Здорово! А ты кто такой? Непонятно. Ой. А, чекпоинт. О, ни хрена себе. Ну ты, дружище, здоровый. Конечно. Кого пошел-то? Ой, блядь! Мне от тебя бегать, что ли, нужно, в конце концов? У меня выносливость кончается. Нет? Нет, блин, слушай, я что-то пересрал прям. Он прям за мной бежит, за мной бежит, за мной бежит. Не надо, не надо, не надо, не надо, не хват. За рукой надо бежать, за рукой. Я оборачиваться не хочу, потому что я понимаю, что если я обернусь. Здорово. Слушай, может он уже не бежит за мной? Я просто бегу-то, я... Опа. Ай, блядь, моя тень. Я просто пересрал, я думал, что это такой же скримак, который просто, ну, блин, ничего, по сути... Подмышка зачесалась, кошмар какой. Скримак, который, ну, в принципе, ничего за собой не несет, и просто он пройдет и пройдет. Я до него дотронуться, там могу все дела, но нет, оказалось, нет. Оказалось, что в этой игре все гораздо серьезнее, чем кажется. Поэтому мы пойдем сейчас прямо. Мы пойдем сейчас... Что здесь делали, блин? Комната пыток какая-то. Здорово, рыцарь. Что-то здесь на рыцарях помешано прям. Потому что в комнате, в которой мы начинали, был рыцарь. Он стоял, смотрел в это, в эти жертвоприношения. Опа.
Молодой человек, как отсюда выйти? Ну, пойдешь на эту, на превьюшку. Так вот, наверное. А может не пойдешь, хрен тебя не знает, что там пойдет на превьюшку, что не пойдет. Опа! Пикап мне. Молодец. У меня 6 батареек уже есть. Мне кажется, я просто не смотрел, сколько она по длине игра, то есть. Клетка какая-то. Не смотрел, сколько она по длине по хронометражу пройдет. Здорово, ворона! Ку-ку! Приветики. Просто. Мне голову туда надо засунуть. Что надо сделать-то? Слитки золота, какие-то рыцари стоят. Ворона клюет, сидит что-то. Непонятно ничего. Я просто не знаю, насколько она длинная. Я думал, что она не такая длинная, но думал, короткая. Но оказывается, что я уже играю 15 минут, а в принципе ни хрена докуда-то не дошел. А может она вообще заканчивается уже? То есть я, по сути-то, не могу даже предполагать. Опа! Вичи, yes. The Hellbound Herd. Hellbound — это... Адский баунд. Баунд — это точка какая-то. Сердце... Адовое сердце какое-то или что? Storyteller. Storyteller, не знаю, что такое, как это переводится. Похоже на название какого-то фильма. А почему? А, фонарик. Оп, ни хрена себе, батарейка всего 2 заменяет. Я думал, что она полностью заменит, а она вот так вот подставляет меня. Я понял, значит, нужно на единичке менять батарейку, чтобы она была полная всегда, потому что, ну, блин, это нехорошо. Здорово. Женщина, мужчина, как у вас дела? Что вы здесь делаете? Опа, ноги, руки, части тел. Непонятно, от фонарика здесь сильно не прибавляется. Потому что как не было ни хрена видно. Опа, ванная моя. Murder, убийца. О, чудики стоят. А здесь скелет всплыл. Шумно как, шумно, шумно, очень шумно в этой игре. А вы все меня съесть хотите или что? Я просто, может, что не понимаю в этой игре. Я просто понимаю, что это кошмары. И нужно относиться к этому как к кошмарам. Нужно постараться просто проснуться как можно скорее. И все. А можно вас трогать? Нет? Нет! А где у меня здоровье? Почему? Что за трещотки? Почему нельзя посмотреть здоровье свое? Где у меня здоровье? У меня вот, например, нет этого здоровья. Тут бежит, что ли? Чего? Это ракт был. Очень громко. Эти все стоят там. Может, в каждой комнате нужно что-то приделать и что-то понять. Я просто... О, блин, я забываю, что прыгать можно постоянно. Это так, вам что-то дать нужно? Или маски все найти, что ли? Что нужно сделать-то? Я на все маски посмотрел. Все маски увидел уже. Опа. Здорово. А я это не видел. Просто я вижу, что вот эта хреновина ползет куда-то. То есть, наверное, нужно бежать туда. Опа, книжечка. Mirrors. Зеркала. Нужно бежать туда, куда она идет. По моим предположениям, нет? Нет, она закрыта. А, то есть надо было сходить туда сначала. Или нет? Я просто запутался. Это ерунда, идет туда. Эта ерунда туда приходит, а оттуда она идет. Все. Эти тени висят. Висят, никого не трогают. То есть они, по сути, никого не трогают, никому не мешают. То есть, может быть, мне нужно было что-то взять из ванны или что-то взять. Что-то, может быть, здесь и есть. Мёрдер, мёрдер, мёрдер. Я понимаю, что я мёрдер. Или не я мёрдер, хрен кто знает, кто тут мёрдер. Я просто прекрасно понимаю, что я заблудился, запутался и не понимаю, что дальше делать нужно. Вот. Ой, прыгнул случайно. Я, короче, что-то нашел. И, короче, что-то прям нагнетает. А куда этот стул надо отнести, чтобы... А я не пойму, а куда стул-то нужно отнести? Чего? Здесь, по-моему, раньше не было такого, чтобы прям вот... Опа! I'm always behind you. Я всегда сзади тебя. Ну, я, честно, очень рад. Помоги, пожалуйста. Что нужно сделать-то? No, this game is real life. Не в игре, а сзади меня.
Не пизди. We are all keeping close. Let you stay control, и твое suffering will закончиться. Что-то... Look inside your head. Давай посмотрим внутрь твоей головы. Давай, чё ты мне покажешь-то? Ну чё, смотреть-то куда? В какую голову смотреть, в конце концов? Назад себя, назад меня или куда? В голову, как я посмотрю-то? Непонятно ни хрена, что делать надо, ладно. Так, эта табуретка не берется, значит, это та табуретка была какая-то прям магическая, что ли, какая? Я просто не пойму. Я взял табурет. Бросил его вниз. Потому что нафиг она мне не нужна, эта табуретка. Чего? А, опять эти трещотки. Это именно здесь все происходит или что? Я просто не очень хорошо понимаю сейчас. А, может, надо сесть посмотреть телевизор этот? Я забыл, что... Во. Нормально, не? Сейчас сядем, посмотрим внутрь моей головы. Что мне со стулом с этим делать? Куда мне этот стул при... Опа. Можно залезть? Нельзя. Пойдем в ту комнату. Идем в ту комнату. Опа! Мужик! Здорово! А ты что здесь стоишь? Тут это что? Это все плохо тут. Тут нельзя стоять. Ты что такое делаешь-то? Какой-то мужик появился. Что происходит вообще? Что делать надо? Что мне сделать нужно? Здесь даже выхода никакого нет просто. То есть здесь есть просто... как это называется? Да я гоу посмотрел внутрь моей головы. И что дальше-то? Куда мне посмотреть-то? Ты мне расскажи, а я посмотрю. Здесь эти летают, додики. От них ничего не добьешься. То есть в этой комнате мы не сделали практически ничего, потому что. Может, рядом с маской что-то надо делать вот с этой? То есть маска лежит, и значит, нужно здесь что-то сделать. Ой, ты что мне... А! Это что? Это куда? Может, этот черепушку нужно отнести куда-то... Где она нужна? Вообще ничего не вижу. Я принес голову. На, посмотри, что там внутри головы-то. О, блин. А, я ее взял просто. Я не понимаю смысла этой игры. Я не понимаю, что нужно сделать. А, может быть, ее надо отнести туда? Да ни хрена туда не надо относить. Ничего не видно. Че, куда бегу вообще? На. Нет? Нет. Я потерялся, честно. Я потерялся, заблудился. И что с этой игрой делать дальше, я не понимаю. Поэтому я думаю, что на этом нужно закончить. Если вы знаете пути решения или что-то там еще, пишите в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте. Всем до встречи в новых видео, ребят. Всем пока.